Всем привет! Смотрите, я какая голубая луна, голубая луна. Но она потом смоется. Я стираю все вот эти вот покрывала. И вот это вот тоже буду стирать. И знаете, позавтракала уже. Я вчера сварила кашу собакам. Да-да, я еще все варю. Кашу собакам каждые 2 дня. Вот такую кастрюлю, представляете? Ой, собаки, говорят, стали толстые. И довольные. Сейчас это все переложу. Там у них специальная миска есть. Что-то муж не забрал. Он обычно утром забирает. Это что-то, наверное, в попехах ушел. И пойду гулять с Чарли. А мне машинку надо повесить. Покрывало, чтобы высохли. Часика за 2-3, что у нас не будет дома. Чтобы их обратно постелить. У меня летних больше нету, они в принципе не нужны. Но вот такие вот у нас дела утренние. А я такая, я иду сегодня. Сейчас Чарли гулять. Никого нету в подъезде. А то он любитель погавкать. Поедем на пляж сейчас с ним прогуляемся. Надеюсь, там ветерок будет и будет попрохладнее. Хотя сегодня уже должен стихнуть ветер. Этой ночью было хорошо спать. Чарли, вы... Мама, вань, дай мень бараки. Кто-то пылесосит. Мень аки, аки, аки. Я, кстати, тоже пропылесосила. Вы знаете, от того, что ветер, пылюка такая собирается в углах вообще. Так как я на мозольнами между пальцами, то я не могу свои домашние тапки одеть. Они же как эти сланцы. Больно. Приходится босиком ходить, и все вот это вот тащится. Я вот решила помыть все эти покрывала. Потом пропылесосила, сейчас приеду потом. Хотя я не люблю по воскресеньям убираться. Ну, типа, это же отдых, нужно отдыхать. В воскресенье же. Но тоже вот ходить по пылюке, собирать все это. Еще волос Чарли. У нас, кстати, у соседей у каких-то щенок есть. И он прям так скулит, мне так его жалко. Чарли, вынь. Все, понюхал, хватит. Бенга, суви. Бенга, бенга, мама. Суви. Мой бен. Поехали на пляж. Все так гуськом-гуськом идут на пляж. Сегодня, кстати, море спокойное такое, более-менее. Нет особого ветра. В общем, моряки, как всегда, правы. Что шторм 3 дня. 3, потом 6, потом 9, вот так вот по 3 дня. Но это если по Ненте, если с той стороны дует. Если с той стороны, то может быть 1 день. И оттуда летом, когда ветер дует, не такие большие волны у нас на нашей зоне. И вода не становится холодной. И несмотря на то, что сегодня море может быть, ну, небольшие волны, но она леденючая после такого шторма. Это просто пипец, там невозможно не купаться. При таких волнах она просто смешивается с нижней водой, которая ледяная, и все. Нужно ждать 3 дня хотя бы, чтобы вот для меня, может быть, другие кому-то и будет теплая. Но мне нужно ждать, когда согреется. Смотрите, видите, сколько людей идет на пляж. Все своими тележками. Видите, волны есть, но уже не такие, как эти дни. Завтра уже будет море спокойное. И главное, что ветер закончился. Смотрите, как. На той неделе люди были внизу прям. А сейчас море все съело. Люди купаются. Видите, вот где люди стоят там, это вот оттуда вот были лежаки. Море все сожрало. Класс. Ну, вода леденючая. Я не люблю в воскресенье ходить на пляж. Смотрите, сколько народу. И это время еще рано. Еще утро, считай. Я завтра. Может быть. А может быть и послезавтра. Посмотрим. На мое желание. Класс. Thank you.
Это все теплицы белые, вот эти, это все теплицы. Видите их сколько? А в Альмерии еще больше. Мы сейчас едем, здесь вот теплица с двух сторон. Тут нужно какие-то дела было сделать. Ну, естественно, все закрыто. Я говорю, ну это же логично, что все закрыто. Сегодня же воскресенье. Было открыто, может быть, и в август, поэтому. Видите, вот теплицы, теплицы кругом. Базы вот эти, которые принимают. Помидоры здесь выращивают, огурцы, перец. Ну, бывают вот такие вот домики. Там люди живут, которые, которым принадлежит вот эти теплицы. Там вот наверху этот маяк. Он, кстати, работает. Эта деревня называется Кастель-дель-Ферро. Кастель-де-Ферро. Здесь у меня подруга одна живет, Танька. Танюшке привет. Там где-то в горах она живет. Сейчас поедем на пляж, он там внизу. Пивасика попить. А как же без пивасика в воскресенье? Никак не без него нельзя. Эти горы, там море. И теплицы. Теплицы, кругом одни теплицы. А еще в деревнях вот такая есть привычка. Там впереди машина. Машина стоит. И вот знаете, что они делают? Просто разговаривают. Вот впереди, вот не в этой красной, а впереди машины есть. Она остановилась, и просто мужики разговаривают. Неважно, что там уже три машины сзади. Вот видите, они поговорили уже. Все. Так как Кандо. Видите, они поговорили, но еще не попрощались. А мы вот тут стоим на жаре, и всем по барабану, что мы тут стоим. И все спокойные, все ждут. Я сегодня себе заказала это вино с газировкой. Короче, красное вино специально и газировка тоже. Ну, можно с фанта лимон разбавить сухое вино красное, и получится вот такая вкусняшка. Это мига, жареная манка. Есть разные виды миги, но вот это у нас делают жареная манка с рыбкой. Это килька жареная. Это наша вторая пиво. Я уже пиво безалкогольное пью. И вот такая вот бесплатная закуска у нас в Андалусии, ну и во многих регионах дают бесплатную закуску к пиву. Пиво где-то стоит евро 72 евро, вот так. И вот все, кушали. Мы покушали, вернее, что покушали, три пива выпили, три тапы. Что-то опять, что ли, море поднимается. Волны вижу, там шапки. Посмотрю. Такие пляжи в Кастель-де-Ферро. Это находится где-то минут 20 от нас. От нашего города Матриль, ну как Альмунекар, где-то вот так же. Такая деревушка небольшая. И вот пляжи вот такие вот везде. Одинаковые почти что. Видите? Нет, хорошо, море. А тут вот такие эти сделаны. Как это? Чтоб волн не было. Немножко отличается, конечно, пляж от нашего. Симпатично. Все, мы поедем домой сейчас. План выполнен. Муж тут по делам приезжал. И заодно мы в этот бар приезжаем. В прошлом году тоже здесь рыбку дают вкусно. Вообще на побережье почти всегда дают одну только рыбу. На тапы, в меню. Ну это естественно. В горах мясо. Я так как рыбу люблю в любом ее виде. Мне это очень радостно. Машина, наверное, я поведу, потому что я пила безалкогольное пиво. Время обеденное, и вот люди уже начинают собираться немножко. Обожаю мороженое из Макдональдс. Не знаю, мне кажется, оно самое вкусное в мире вообще. Ням-ням. Всем приятного аппетита еще раз. Кстати, куда иду? Муж уехал к сестре. У них там, говорят, они ляжку хамона купили. Вот он поехал, чтобы ему дали. Отрезали немного. И я сейчас до них дойду. В гости. Пришли домой. У сестры еще там полопали. Мне письмо пришло. Письмо приходит на тот адрес, на старую квартиру. В общем, нужно и техосмотр проходить.
25 августа, представляете? На мою машину. Так время быстро летит, когда чего-то не ждешь. Так что вот письмо пришло. Ну, я, в принципе, знала, что в августе нужно техосмотр проходить. Поэтому... Короче, сестра мне тут дала, смотрите. Ну, не, нам дала. От картошки пакет. Это хамон они нам нарезали. Хамончиком. Вот видите, такой хороший он вышел хамон. Мы у них там слопали прям нормально так. Целую ляжку они купили. Ну да, купили, видите. Этот жир съест муж, а я ем вот, который не жирный. Смотрите, какие. Я люблю, чтобы тоненько вот так нарезано было. Так что вот хамончик. И много-много помидорков черри. У них вчера какой-то праздник был, они, короче, готовились. У нее сын в ватерполо занимается. И у них какой-то там праздник был. И вот каждая мать что-то там готовила. И вот они что-то там готовили. И вот помидоры нужны были. И у них много осталось помидор черри. Она мне вот сколько дала. Представляете, я хотела дать больше, я говорю, куда мне столько? У меня муж не любит помидоры черри, поэтому я говорю, куда мне столько одной-то обожраться и не жить. Так что вот, гостинцы, скажем так. Выбросить, а куда выбросить? Пластик? Наверное, пластик. Вы знаете, я когда с улицы прихожу, я взяла себе привычку такую, вот тут ноги мыть. Знаете как? Шлангом вот так открываю и вот так поливаю себе. Так классно. Вот так. Так прохладненько, вообще здорово. Освежает так вообще. Кайф. Я еще пришла с пляжа. Так вот так вот освежаемся. Я бы, если честно, всю бы себя уже искупала. Ой, что это? Муж объелся груш, который забыл закрыть свою машину. Мы вышли закрыть машину. Она целый день открытая стояла, представляете? На улице никого. Ну и решила Чарли так кружочек прогуляться с ним. На голове у меня, кстати, маска. Масочку наложила, чтоб кулюторно все было, красиво было. Сейчас, ой, я что-то даже времени забыла. Не посмотрела, во сколько я ее... 5 минут назад, я так думаю. Вот. И сейчас приду, смою. На улице прям духотища такая вообще. Жарко опять. Тут и передавали, что тут холодает. Вот тут придем. Собачка маленькая, смотрите, какая. Но не злюка такие. Такие малюсенькие. Видите, Чарли боится. Она живет где-то вот в этих домах. Маму, Чарли, вень. Вот в этом, по-моему, доме. Там еще есть щеночек такой маленький, который тоже играется. Ой, так что вот так вот у нас наш райончик. Буду с вами прощаться до завтра. Он бежит, бежит. А, кстати, вот цветок, который у меня на балконе маленький. Бень, беняки. Я вот тут сперла. Смотрите, какой здесь красиво, видите? Классно, я тоже такую хочу. Вот я его сперла, веточку, которую у меня червячок какой-то поел. Кстати, мотоцикл поныне там. И я, по-моему, расшифровала, почему он здесь. Здесь гараж, здесь мотоцикл. Если будет стоять машина, из гаража будет неудобно выезжать. И мне кажется, этот мотоцикл с этого гаража. О, блин, смотрите, какое место. Прикольное, классное для парка, для парковки машины. В общем, тайна дворецкого, как это, какого-то двора, в общем, раскрыта. Я так долго думала, почему он там машину оставляет, ой, мотоцикл оставляет, только с этой целью. Ни другого объяснения нет. Чтобы из гаража лучше выезжать. Ладно, буду с вами прощаться до завтра. Завтра у нас понедельник, пойдем по магазинам, как всегда. Походить, погулять, себя показать. А с вами буду прощаться до завтра. Всего вам самого наилучшего. И всем пока-пока.